XX, с вами Беливикс. Всем привет! Сегодня ко мне на обзор в руки попался новый плейсет Monster High Deluxe High School. За все время своего существования Mattel Monster High выпустил 3 больших набора. Это школа, катакомбы и еще одна школа Deluxe High School. Как видите, коробки с каждым разом все больше и больше, и по ширине, и по высоте они выше, не только коробки, но и сами наборы. Обзор на катакомбы вы можете посмотреть уже на канале, уже как год. Ну ладно, сегодня не о нем. Школа состоит из 2 основных зданий. Поехали! Коробка огромная, здесь изображены разные куклы, которые не входят в комплект. Этот набор в высоту 4 фута, а в ширину 5. А между прочим, катакомбы в высоту тоже 4 фута. Ну, несмотря на то, что катакомбы весят 5 килограмм, этот набор весит целых 8. Сейчас посмотрим заднюю часть коробки. Здесь мы видим сам плейсет, как он будет выглядеть. Ба-бам, как громко. Ну а теперь раскрываем наш набор и будем мы строить наш замок именно здесь. Поехали. Как и в катакомбах, в этом наборе есть также разные пакетики с маленькими детальками, которые под номерами, а также инструкция, которую я отклеила. Здесь все прям подробно написано, пошагово, что делать, и мы по ней будем, собственно, и собирать. И, кстати, здесь написано, что вы можете затратить на это время 30 минут, но это как минимум. Ну, конечно, я буду собирать дольше, я же молодец. Вот, поехали. Так, часы, лифт. Нет, что это? Что это? Как вы можете заметить, эта школа почти что с мой рост. Вот мы и собрали школу, все благодаря этой инструкции, а также рисунку на коробке. Время, как и полагалось, ушло примерно 30 минут, даже больше. Зато смотрите, какая теперь школа, она такая длинная, просто жесть. Теперь остается поставить наших кукол, и можно уже играть. А также, пока мы ее ставили и раскладывали все детали, было очень много интересных секретов, которые мы обнаружили. Поэтому сейчас мы с вами все рассмотрим. Здесь даже прилагаются наушники, которые можно использовать для разных персонажей Monster High. Ну, я решила для Клодин. Микрофон ей маловат немного.
Первое здание – это холл школы монстров, который мы видели в мультфильме. Высокая башня со стилизованной кирпичной фиолетовой кладкой и зелеными часами, поверх крыши которой сидит маленькая горгулья. В башне есть небольшой вход с черным балкончиком. Под башней коричневые двери с черепками, вход в Monster High. По обе стороны лестницы две фиолетовых стенки с высокими окнами в виде гробов. Со второго этажа спускаются две фиолетовые лестницы, а над каждой из них есть небольшое помещение с черной паутинчатой стеной и умывальником. Внизу мы видим аксессуары. Розовый столик с голубыми ножками в виде паутины и фиолетово-голубой диванчик. Под лестницей расположились два шкафчика фиолетового цвета, один из них с сюрпризом. А вот второе строение представляет уже класс, крепотерию, то есть буфет, и зал для отдыха студентов. Сверху небольшой розово-голубой класс с портретом знакомого нам вампира, нарисованными факелами и книгами. К потолку прикреплено синее кресло с ножками для вампиров, например, для очаровательной Дракулауры. Рядом с вампирской читальней класс с одной черной и наверху бронзовой партой, на ножках которой молдированный скелетик. Рядом расположены два фиолетовых стула с черными ножками. На стене нарисованы шкафы с десятками книг, вырезаны два окошка и есть паутинчатая крыша. Сбоку висит доска фиолетового цвета. На нижнем этаже крепотерии стенки также фиолетовые, с окнами-гробами. Здесь монстряшки могут подкрепиться вкусным обедом или же завтраком между уроков. В небольшом закутке есть шкафчик для книг и факелы для чтения, но уже не перевернутые. А вот так выглядит школа с другой, то есть с внешней стороны. Вот мы с вами и рассмотрели новую школу Monster High. И я могу сказать, что плейсет очень большой, имеет несколько уровней и комнаты с большим количеством сюрпризов. Можно воссоздать любимые сцены с Monster High, типичные номера школы, как, например, крепотерия, балкон, остальные лестницы, классы. Они помогают и идеально подходят для игры с куклами. Ну а если вы ждете стоп-моушены с этим набором, то обязательно пишите в комментарии ваши пожелания. И не забывайте делиться вашими впечатлениями по поводу этой огромной и крутой школы. Также не забывайте поставить лайк и подписаться на канал Billy Vix. Be cool and crazy! Пока-пока!